дорогие коллеги, дорогие первокурсники, очень приятно, что вы перешли уже из статуса абитуриентов в статус консерваторцев. Прежде всего хочется, конечно, вас поздравить с тем, что у вас уже за плечами очень важный пройденный путь, который позволил вам перешагнуть ступеньку Московской консерватории и остаться на ней на полных правах. А впереди 5 лет. 5 лет, которые запомнятся для вас как самый главный период жизни, как то, что выводит вас уже на стезю профессионалов высочайшего класса. И в этом также возможность вырасти и понять, что этот рост никогда не закончится. В этом году, который еще календарный год, действительно происходило очень много событий в консерватории. Вы их хорошо знаете. Это конкурс Чайковского. Он родился в Московской консерватории и, собственно говоря, развивался именно по инициативе профессора Московской консерватории. И всегда выступления наших воспитанников являются украшением этого конкурса. Каждый месяц на заседаниях ученого совета консерватории оглашаются имена тех наших студентов, аспирантов, воспитанников, которые добиваются вот такого успеха на разных, во всем мире происходящих конкурсах. И нам очень хотелось бы, чтобы как раз и вы пополнили эти ряды. И самое главное, что вы должны почувствовать, что вот сейчас у вас шанс каждый день этих 5 лет использовать для того, чтобы выйти на этот уровень. И чтобы через 5 лет ваши профессора, ваши наставники обратятся к вам со сцены большого зала, назвав вас коллегами. До этого надо дорасти. А пока поздравляю вас с тем, что уже позади, и желаю вам, чтобы каждый день этого периода студенчества был для вас счастливым. С праздником вас! Оказаться в атмосфере этого учебного заведения – это уже огромное счастье. А перенимать опыт, учиться у столь прославленных и известнейших педагогов и профессоров – это большая ответственность и большая честь. И я желаю вам, конечно, ярких, интересных, незабываемых лет учебы в консерватории. Я желаю вам ярких побед. Thank you.